Сейчас у меня прогулка по территории крепости на Рынково. Вход находится здесь. Сегодня 29 июня 2022 года, среда, время 12:05. Thank you.
смотри, где стена. Увидишь сейчас. Напряжно здесь ходить по краю, приходится одновременно смотреть на экран и под ноги. Еще вдобавок и ветер дует. Thank you.
дергайся. Раз, два, три. Давай назад. Что это? Не знаю. Хочешь пройти, я снизу с тобой пройду. А там другого способа нет подняться. Другой способ ее до конца обойти. С другой стороны какой-то. Я сейчас прогулку плюс. Просили, чтобы да. Заехать, он вышел, отъехал, я заехал, да, да. И мы такие привыкли. Впереди, вид сзади.
Давайте мы сюда выйдем, да, и зайдете. Это надо спрашивать, она завела огромную. Дотащим. Это Кавказ, да, нет, история настоящих мужчин. Ну, нам даже если набираешь, но доносишь так. Thank you.
женились и замуж по тухлое что-то. Thank you.
хотели бы уйти, да, деньги в этом большие. Это была самая большая комната. Тут на бараны, эти родника приводят баранов. Они прикольные, каждый по-своему. Продолжение следует...
Там нет воды. Воды нет, почему? Это самый черный чай в мире. Побольше налей, давай. Цвет лица не вкусный. Конфеты берите, девушки, вон там. Вам решать, черный. Без конфеты, да. Да, вам решать. Вам же не то и то и то. Я скажу, что будет, и мне один покажи. Один покажи, я тебе скажу, что подойдет. Да, вы при нем приложите, он вам скажет. Сомнение. Нравится, просто, а это груша. Из чего сделано? Это груша. Дерево? Да-да. Это же я вам сейчас рассказывала. Письменная столика? Да-да. Русская. Из дерева. Он цукуль, из дерева делается. Красиво, хороших вам продаж. Спасибо. А вы чего не взяли бы это уже? И приложили бы и то, и то. Ну, сейчас к ней, конечно, черные подойдут. Наряд. Вот, она, все,
Ну да. Дим, я сейчас пока в этом Махачкале, я все длинно скажу.
На этом месте я завершаю свою прогулку.